Здравствуйте, друзья. Мы с вами находимся на парковке медицинского учреждения, госпиталя. Такое называется El Camino госпиталь. И вот новшество такое. Вы видите синие лампочки, потому что снизу у нас места для инвалидов. Значит, там для инвалидов там синие. Там, где занято, там красные. Там, где свободно, там зеленые. Как вам нравится? Надо сказать, что когда я парковался, вот видите, зелененькое, под ним пусто. А когда я парковался, там на одном было зелененькое, я там встал, а на другом тоже никого не было, а было все равно красненькое. То есть система не идеальная, но вы видите вот эту вот елочность, гирляндность, нарядность такая. В целом удобно, когда едешь и не знаешь, есть место, нет места. Так вот, подъехал, пожалуйста. А вот тут, где стоит наш иммигрантовоз, красненькое, сейчас отъедем, будет зелененькое.